Сотня одесских дворов находится в плачевном состоянии. Территория по адресу Елисаветградский переулок не стала исключением. Огромная площадка стала пристанищем для бездомных и людей с наркозависимостью. В то время, пока городская власть разводит руками, представители Украинской морской партии Сергея Кивалова предлагают конкретные действия. В 21 столетии эта зона находится не просто в ужаснейшем состоянии, а в таком состоянии, что даже стыдно показывать и стыдно говорить, что это Одесса. К чему мы привели эту зону? Я когда сюда пришла, я поняла, что ее нужно облагородить, ею нужно заняться. И первое основное задание для меня стоит, это, во-первых, очистить, зачистить и в дальнейшем, конечно же, построить спортивную площадку. Более 10 лет здесь голый пустырь. Местные жители жалуются, что им не хватает детской площадки. Детей в районе много, а играть им приходится на проезжей части. Несмотря на то, что это старый район, у нас проживает огромное количество детей. Очень большое. К сожалению, на весь наш район нет ни одной спортивной площадки для детей. На проезжей части катаются на скейтах, велосипедах, играют в футбол, а у них нет другого места для игр. Поэтому это происходит на проезжей части. Сбили одного ребенка. Пару дней назад, ну, просто случайно, не сбили еще одного ребенка. Проблема существует уже не один год. Жители обили пороги всех городских инстанций, но все без толку. Местные говорят, что вся помощь, которую они получали за последние несколько лет, это трактор от ЖЭКа, чтобы разровнять площадку. Во время уборки территории активисты нашли множество запрещенных препаратов. Жители района знали об этой проблеме, но никто не догадывался, что она настолько масштабная. Обидно то, что выбирая, в общем-то, нашего депутата Андрея Кисловского. Вот. За столько лет, сколько он депутат, 10 или даже более лет, мы ни разу его здесь не видели на районе, вот, чтобы как-то нам расчистить это место, сделать эту площадку для детей. Опять же таки, повторяюсь, дети играют на перекрестках. То зачем нужен такой депутат, скажем так, зачем мы его выбирали, если он даже ни разу за 10 лет не пришел в наш район? Чтобы делать добро, многого не нужно. Необходимо, главное, не бездействовать. Необходимо просто начать. И я знаю, что у каждого получится это. Для того, чтобы облагородить этот район, этот город, мы приложим значительных усилий. Вот на днях мы познакомились, приехала Татьяна Акуленко. И она сразу приняла нашу проблему. И взялась за это моментально. Мы будем за нее голосовать, потому что мы сразу видим, что она взялась за дело. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова поддерживать одесситов. В свою очередь, политсила делает все, чтобы жители нашего города чувствовали себя защищенными. Именно для этого и создано множество социальных проектов, среди которых бесплатная юридическая и медицинская клиники. Также с приходом Украинской морской партии Сергея Кивалова в городской совет планируют запустить социальную карту одессита. Благодаря такой инициативе каждый пенсионер сможет получать дополнительные 1500 гривен ежемесячно на оплату коммунальных услуг.